Жорик помогает одеваться маленькому новому мальчику. Жорик, поехали. Всем привет! И сегодня у нас новые ребята, да? Давай знакомиться. Тебя как зовут? Данил. Данил, здорово. Здорово. Так, а тебя как зовут? Артём. Рустам. Понял. Замечательно, ребятки. Это Даня, мой брат. Я понял. Насколько ты готов, не допускай ошибок.
трибуны только время знает. Последние секунды матча вместе переживаем. Одно движение на поле накалили страсть. Интрига приближается к своей отвязке. Сама отдача полная, победа в центре поля. Сыграет технику на поле. Сорвал атаку, блестяще выполнив подгад. Короткий пас, играл в одну отдав на план. Исходы следуют диагональ налево. Надеюсь на тайный удар, гол, это победа. Забиваем гол, когда призывы бьют, когда забиваем гол, когда призывы бьют, когда надо побеждать вместе, играем с полем мячом, для матчей не выбираем, пальцами тучи не разгоняем, мы вместе играем с полем мячом. Мы вместе играем, спорим, летим. Кто-то на базе, а кто-то на базе.
Вперед играть же. Ну, вперед. И удар. Жорко сражаемся. Отбивает.
такое, такое жюри. Пока-пока-пока.